Именно что касается магнитогорцев, у них второе звено Песанин 82-й, бэк. А шестой Ламика 90, это нападающий, защитники Артем Минулин 72, Михаил Пашнин 33, третье звено Чибисов 76, Нестор Шил 21, Потихин 92, защитники Артем Демчонок номер 8, Никита Хлыстов 57. Вот момент шикарный, Кошечкины, заметалась там шайба и Амур. Амур забивает и продавливает пятак, вот это да, вот это начало. Илья Воробьев, конечно же, не ожидал такой прыти. Буквально такой определенный тачдаун. Занесли шайбу в ворота соперника. И вот поздравляют все сейчас защитника.